Подтяжка лица Summoner's Rift, визуальное улучшение игры, изменения в режимах игры, новые предметы. Это все мы рассмотрим в этом эпизоде предпросмотра патча. Я Фрик, и я буду вести сегодняшнее видео, представляя различные темы в этом эпизоде. Чтобы представить изменения дизайна, мы позвали Морелла, ведущего дизайнера чемпиона. Мы улучшаем вид Summoner's Rift. Мы надеемся, всем нашим игрокам понравится новый вид карты, но улучшения будут более заметны для игроков, которые используют низкие или очень низкие настройки графики. В дополнение к новому виду, большинство игроков заметят повышение FPS при игре на карте, особенно на низких настройках. Это зависит от вашего компьютера и настроек, но в любом случае это удвоит количество кадров в секунду. Учитывая все эти изменения, скорее всего, ваши настройки уже не оптимальны. Перейдите в раздел меню «Видеонастройки» и выставите оптимальный для вас вариант. Мы переделали с нуля игровой интерфейс. Все игроки увидят улучшение картинки на всех картах, независимо от используемых настроек. Мы также сделали несколько небольших графических улучшений. Вы заметите новые иконки, более читабельный текст и более приятный на вид арт. Мы также добавили количество убитых вами прислужников в окошко в правом верхнем углу, рядом со счетчиком ваших убийств, смертей и ассистов. Как дополнение к изменениям Summoner's Rift и игрового интерфейса, мы также улучшили внешний вид Ash, стали лучше модель, анимация, частицы, динамическая прорисовка и голос за кадром. Что ты можешь сказать нам про эти изменения? В конце концов, мы тоже игроки, и когда заходя в игру мы видим старую картинку, не соответствующую нашему нынешнему стандарту качества, мы хотим это исправить. Это похоже на то, что вы уже видели при визуальной переработке модели Кейли и Ганпланка. То же самое произойдет и со всеми остальными чемпионами. Мы также улучшили то, как игроки видят турели. Мы также улучшили внешний вид турелей. Когда мы не скрываем информацию, например, за туманом войны, игра должна информировать игрока обо всем, что происходит, чтобы он смог быстрее принять решение. В большой заварушке турель может нанести огромное количество урона, и игрок должен на это реагировать. Так что мы даем игрокам сигнал, позволяющий выбрать, продолжить атаковать или отступить. Теперь, когда турель начинает атаковать игрока, он услышит звук и увидит иконку над персонажем и турелью, чтобы знать, что происходит. Мы обновляем ранковые соло-игры, убирая героев недели из списка доступных чемпионов. Теперь игроки могут выбрать только тех чемпионов, которых они разблокировали. Тем не менее, обычный драфт и командная ранговая игра не изменятся. Почему мы вводим эти изменения? Ранговые игры созданы для того, чтобы стараться выигрывать, в то время как чемпионы недели предназначены для ознакомления с новыми героями. Эти две цели исключают друг друга, так как для победы вы должны играть чемпионом, которого умеете использовать, а не видите в первый раз. Мы ничего не меняем в чемпионах недели для обычной игры, так что вы также можете использовать этот режим, чтобы попробовать новых героев или поиграть теми, кого вы еще не успели разблокировать. Ранговые команды в основном создаются игроками, которые давно друг друга знают, и каждый знает свою роль в команде, так что чемпионы недели ничего для них не изменят. Чтобы быстро прояснить ситуацию, если у вас есть разблокированный герой, который на этой неделе является бесплатным, вы все равно можете играть им в ранговую соло-игру. Нормальные драфтовые игры также претерпят изменения, которых так просили игроки. Мы отдавали приоритет игрокам в премейт-группах и всегда назначали кому-то из них роль капитана, что дает приоритет бана и первого выбора. Теперь неважно, как игрок встал в очередь на обычную драфт-игру, у него будет 20% шанс стать капитаном команды каждый раз, независимо от премейдов. Если же ему не досталась роль капитана, одиночный игрок будет в случайном порядке поставлен в очередь выбора персонажей, а не в конец после премейдов. Если команда собрана до игры, создатель группы имеет шанс, равный сумме их шансов по отдельности. То есть, если в группе 4 игрока, его шанс стать капитаном 80%. Какая цель кроется за этими изменениями обычного драфт-режима? Мы хотели сделать обычный драфт более справедливым по отношению к одиночным игрокам, и возможность быть капитаном в одной из 5 игр этому помогает. Так как премейды теперь могут выбирать капитана, они могут выбирать, кто будет банить, и выбирать первым, что позволяет принимать более эффективные решения. Chalice of Harmony должен быть предметом из разряда «Мне очень нужна мана», но его игнорируют, потому что он не стоит занимаемого слота. Чтобы исправить это, мы добавляем сборку Chalice of Harmony для поздней игры, названную Athens Unholy Grail, которая дает силу умений, уменьшение КД, магическое сопротивление и реген маны. Как это повлияет на игру, по нашему мнению? Это изменение для поздней игры даст чемпионам, нуждающимся в мане, таким как Свейн, Анивия и Ариана, возможность оставлять Chalice of Harmony с последующим его улучшением во что-то полезное. Еще одна причина — это увеличение выбора предметов для кастеров и вариаций сборки. Выбор итембилда позволяет подстраивать стиль и разрабатывать свой собственный способ игры чемпионом, что всегда весело. Это все на этот эпизод предпросмотра патча. Если вы хотите посмотреть остальные наши видео, заходите на youtube.com/riotgames. Подписывайтесь на наш канал, если вы хотите смотреть наше видео, как только оно выходит.
переведено и озвучено командой XDelayed специально для lolgame.ru. Жмите палец вверх и подписывайтесь на наш канал на YouTube.